Всем привет! В этом видео мы будем улучшать графику в игре Far Cry Primal. В этом видео я покажу вам, как установить этот мод. Также посмотрим, как игра работает с модом и без. Под видео будет ссылка на сайт игротренд.ру. Здесь будет написано Far Cry Primal, мод на улучшение графики. Итак, что же нужно для установки этого мода? Перед вами есть три ссылки для загрузки файла. Мы нажимаем на любой из них, я, например, на Mail облако. У нас появляется вкладка, название Far Cry Primal Zip. Мы нажимаем скачать. Файл скачивается. Также под видео есть вторая ссылка. Переходим на сайт и нажимаем Download. Появляется сайт Mediafire. Смотрим название Reshade 1.1.0 with SuiteFX 2.0. Нажимаем Download. Сохраняем файл. После скачивания файлов проверяем. У нас Far Cry Primal.zip и Reshade 1.1.0 with SuiteFX 2.0. Это архивы, теперь их нужно распаковать. Выделяем, нажимаем правой кнопкой WinRAR, распаковать каждый архив в отдельную папку. Следующим шагом нам нужно найти папку, где установлен Far Cry Primal. У меня он находится Games Uplay. Заходим в папку Far Cry Primal, видим у нас bin, data win32, output, support и Uplay download. Нам необходимо сделать копию папки bin. Нажимаем копировать. Здесь же можно создать папку любую другую. Назовем ее 1. И сюда ее вставим. Скопировали. Теперь заходим в папку bin. Видим наш Far Cry Primal.exe. Этот файл запускает саму игру. Теперь заходим в папку Reshade with SuiteFX, которую мы скачивали. Нажимаем Reshade Setup. У нас появляется окно и написано Select Game. То есть выберите игру. Нажимаем Select Game и переходим в папку, где установлен Far Cry. У меня, например, это Games Uplay Far Cry Primal bin. Нам нужен именно Far Cry Primal.exe. Выбираем его, нажимаем открыть. Все. Как видите, здесь добавляется папка SuiteFX, файл dxg.dl, ReshadeFX и SuiteFX. Это окно можно закрыть. Теперь мы скачивали Far Cry Primal с сайта игротренд.ру. Заходим в эту папку, SuiteFX Mod, выделяем все файлы, нажимаем правой кнопкой «Копировать», переносим сюда, «Вставить», «Заменить файлы в папке назначения». Все заменено. Теперь можем запускать Far Cry Primal XE. Видим слева вверху, все работает. Теперь я захожу в настройки видео, выставляю качество графики на максимум и захожу в игру. Вот мы загрузились в игре. Для того, чтобы включить этот мод, нужно нажать клавишу Scroll Lock. Она находится в справа части клавиатуры, рядом с Num Lock. Нажимаем. Мод начинает работать. Слева вверху у нас написано SuiteFX Enable, то есть включено. Нажимаем еще раз. SuiteFX Disable, то есть выключено. Таким образом мы можем включать и выключать мод, когда мы захотим. Выключен мод. Включен. Сделаем проще. Возьмем сову. Выключаем мод. Включаем. Теперь посмотрим, как мод влияет на FPS. Справа вверху у меня счетчик кадров, я запустил программу Fraps, у нас сейчас 56 FPS в этом положении. Я включаю мод. И с 56 FPS упал на 52, только в этом вот положении. То есть 4 FPS. Сами понимаете, что мод влияет на качество графики, соответственно, FPS будет садиться. Теперь посмотрим. Сова летит 58 FPS, я включаю мод. FPS падает на 4-5. Смотрим сюда, 54. Выключаем. 56, 57, 58. Тоже 4-5 FPS прибавляется. Сейчас посмотрим, как это выглядит в лесу. Очень много деревьев, теней. Это все на ультра настройках. FPS показывает 49. Выключаем мод. FPS поднимается на 3. Включаем мод. 49, то и бывает 48.
То есть порядка 5 FPS будет съедаться при включении этого мода. Даже если просто смотреть на воду, у меня FPS 76-77. Я включаю мод, и FPS падает на 5, на 4. Теперь как это выглядит с высоты птичьего полета. Ну что ж, мы проверили этот мод, теперь я расскажу вам, что может повлиять на запуск игры с этим модом. Это программа Fraps. Не зря я ее запустил позже. Выйдите из программы Fraps, зайдите в игру, сверните игру и запустите Fraps. Таким способом вы сможете играть и с модом, и с показателем счетчика FPS программы Fraps. На этом все, друзья. Это был небольшой обзор нового мода для Far Cry Primal, который улучшает графику. Ссылки будут в описании. Устанавливаем, смотрим, пробуем. Также можно полазить по сайту игротренд.ру, там много чего интересного. Всем спасибо за просмотр, с вами был Денчик, всем красивых игр и хорошего FPS. Пока-пока.